Раз, два, три, четыре, пять, шесть, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь стропилин, а так как крыша. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь длина. Раз, два, три, четыре. Половиной, но тут это уже не рабочее место. Вот, 7 на 4, это шалаш. 28 квадратных метров. Вот мы сделаем его, он будет стоять не один год, я так думаю. А сейчас, вот у нас материал есть. Нижний только вот это надо еще прибить здесь. Вот этот вот. Это хорошо, что сильно обошлись. Вот этот вот, вот, на 20 сантиметров, ну на 15 выше прибить его. Когда покроем, для детей будет это очень занятно. Я даже могу сейчас посмотреть. Пока. Мы осокой обычно кроем. Но я этот раз хочу верхами закрыть. У нас есть ветки. Показать еще, когда привезут. Не за обудетики, которые, или не надо даже. Она вот так лежит хорошо. О, пожалуйста. А здесь мелкими ветками. Знаешь, как от жары спасает. Уже решето есть. Вот сегодня это мы. А, тут веточка еще может и не хватить. Оно завянет, сверху еще подкинешь. Дети тут любят укрываться. Тут можем заниматься. А когда мы делали осоку косили, то тогда дело так было. Вот так пучки. Мы резали ножами, а теперь-то можно косилкой. И начиная снизу, ну вот этот вот 20 сантиметров. Ну вот это вообразим, что она здесь. И вот так вот его. Вот так вот прижимаешь большими пучками. И пошел. Следующий на него, чтобы она плывала. И вода скатывается, вообще вода не попадает. Она течет как плотный. В нем прохладно. Ну а тут, конечно, все это запеленать. Слезать, заходить, дверка будет маленькая, в него заходить. Вот тут мы сегодня еще 28 квадратных метров, это что-то, сколько можно положить здесь, ребятишек. Они в прошлом, позапрошлом году уже наш тут шалаш нерабочий был, потому что весной корову пришли за огородкой и съели. Мы можем еще его и загородить здесь, у нас такое... Шанс может появиться. Ну, посмотрим. Потому что скотина, коровы. Где тут? Это вот где только, если копать, что вот отсюда вот загородить. Вот так вот, по дорожке. И тут это крапива. Мы нигде ничего не взяли, никакой земли. Видишь как? Вчера посмотрели, вот крест. Вон он. Костер горит, там видно. Вот такой день был. Сегодня тяжеловато было. Это я сильно опалился, лицо красное, я заопасался и свалил от работы. Пришел домой и маленько вздремнул, сидя, подремал, легче. Потом меду ложки полторы-две съел и как будто бы оправился. Я чувствую, у меня лицо как огонь запылало, все подходят и говорят, лицо красное, забеспокоились сестры сразу. Давай мне то помидор, то натерли огурцов, то что-то. Ну и до вечера сейчас квасу дали. Я квасу выпил полстакана, наверное. Шарика прогулял. Пойду сейчас этого покупать, надо успеть верного. Спасибо, Христос. Это стул-то надо будет убрать, потом занести, потому что он может размокнуть. Видишь, он какой сделан. Ты сильно помог. Без тебя бы тут, не знаю, еще. Там... Территория маленько не закончена еще. Да. Сейчас не до этого. Нам сейчас срочно, завтра меня не будет. Утром попросить ребят скорее ошкурить несколько, хотя бы по одной. Там наверху, где вот эта осока, уже не закрыть. Это надо еще по одной прожилины между каждым этими. То есть раз,
Да там даже и так видать, что не хватает. Раз, два, три. Ну и три еще надо. А то и четыре жерди у нас это есть. Тяжелая конструкция. А будет очень интересно. Это я Виктору подарок. С милым, говорит, по душе рай в шалаше. Я скажу, вот тебе рай приготовил. Заходи. Рай этот. Перекрыть этот не... Мы в один день можем сделать так, что туда не насекомые. Ну а сверху бывает за чем-то закрываем. Вот они идут, наши хлопцы. Вот так. Ну и все на это. Я пошел. Вот они. Сейчас, ребята, чтобы пошли, им все сложили. Может, сам сходишь туда и хорошо завязать, чтобы не привезли прямо к шалашу. Так, сразу сходу берите тележку и туда все привезите. Завтра шалаш может быть уже интересно вам. Я Серёжка. Это я на Серёжке. А тряпочки куда? Ну как, пригласили всех? Да! Ну и как люди, придут? Аня, Аня, придут! Да! На, возьми. Придут. Молодые-то есть, кто нет? Да! Ну, да, давайте. Мига придет, Паша придет. Стой, ну быстрее бегите за ними вместе. Скажи, все собрать, все веточки. Направо иди, направо, направо. Ваня, куда пошел? Прямо вот так иди. Зачем пошел туда? Кормили на этих. Сегодня-то есть картошка? Сегодня есть картошка. Ну пройдем, скажем, кого кормили, у нас картошка кончилась. Мы завтра же объявим в церкви. И все. Ну, конечно, требует уже 5 ведер картошки, чтобы мы выдали. Как кому? Сегодня 27 июля. 14:23. Мы приехали собирать осоку для шалаша. Тебя Володя косит, ребята собирают. Вот на телегу вот это вот. Складываем и отвозим к лагерю. Вот Паша стоит. Довольный работой. Ваня. Спустимся пониже. Так, если сверху смотреть на эту площадку, то похоже на как круги на полях, как будто НЛО садилось. Вот так. Нестор с граблями, дядь Вова косит, остальные ждут, чтобы не травмироваться.
такая вот техника работы. Аня трудится, в поте лица ест хлеб. Василиса не отстает. Не с раздроблями. Понимаете, это летит, как и не таскается. Ага. Тут так складывается. 1973. Паша тоже работает, сидит. Он подал сигнал в 2005 году, то что он подкинул нашу галактику. Там надо перевязать. Все, если много, складывайте рядом. Паша, рядом пускай складывают. Смотри. Ой, еще кто-то. Нет, а ты что, если брал, у тебя большое поприще. Василиса, стой! Она уже знает. Иди, тащи. Стой.
Ехал, аккуратно. Спасибо. Отойди, здесь стоит. Вот я. Куча. Так спешат работать дети. Какие дела? Сегодня 27 июля 2015 года. Вот мы решили шалаш тут построить. Ну, ветками закрыли. Тенечек создали. А сейчас решили от дождя закрыть. Вот Никита, Паша, Нестор свозили туда. Поворачивайте. Вот если дальше смотреть, это наше озеро. Сейчас. Все. Ты так поставила, она тележка-то укатится, Никита. Ну, она же поставь ее поперек, поверни, чтобы колеса-то катились. Ну, в другую сторону, в эту она была. Ну, так, стой, ладно. Все, идите, носите. Машина никогда не ставится, чтобы под откос колеса тебя потянет, и все. И ребятишек задавит. Так, ничего не надо, идите носите пока. Я сказал, носите. Чтобы вон... Я осоку где брал. Поставь тележку. Идите все. Пошлите. Наносите и будете подавать. А осоку ложите рядом. Вот осока где. Поворачивай сюда. Это я уже прошел две ходки. Вот, поворачивайте осоку. Берите. Влево. Давайте. Вот тут посмотреть, где находимся мы. Везде. Я святые цикорий. Вот это наш пруд, а вон вдалеке уже, видать, и храм. Ложите рядом, рядом, не надо на это путать одно с другим. Клади рядом, потому что это камыш, а это осока. Клади ее. О! Вот такая работа идет. Ничем не занятая душа, хорошая кузница сатаны, Мартин Лютер говорил. Ну, нам это подходит, чтобы с нами этого не случилось. А там дядя Володя косит. А Ваня сгребает. Надо посмотреть поближе. Камыш. Вот здесь много потерянного камыша у вас. Вся дорога усланная. Давайте. Вокально рубит. Я поехал вторую литовку принес. Рося прошла. Ваня сгребает. А потом дальше мы продолжим работу. Тут плотина, видно, вот она какая, выше роста человеческого. Вот садили мы ветлы, вот они все закрывают. Складывайте там, это наша тележка.
на ней возит. Тачанка наша. Вот лага. Последствия потопа. Вон там дальше виден Новозоринский околок когда-то был. Его сожгли в 98 году. Корчинский, Ермачишинский. Тут умышленно зажигаются, чтобы сухое можно было брать уже свободно. Роща эта пылала осенью. Береза, кора, все горит хорошо. И везде в этот день. В этот день я забыл, 400 пожаров, кажется, было. Писали, ужас какой. Почему раньше этого не было? И даже найденный, кто поджигал, никаких мер не принимается. Ясно, что земля очищается от скверны для кого-то. Нюра, ты замолкла, на месте стоишь. Ты стоишь на одном месте, ничего пока не делаешь. Какую-то болячку нашла опять. Все. Пускай берет. Бери, тащи. Да ничего не будет, тащи. А сока она бывает, где-то и порежет немножко. О, Рося. Вот так.